Здесь вручную выгребаем и на тележку выводим. Да, вручную выгребается. Это чисто, вроде убрано. Вот это освещение, да, работает? Нормально, хорошее дерево. То есть сухих деревьев и у нас продолжается выезд конкурсной комиссии по проекту «Дом образцового содержания». Сегодня мы посетили химиков 24А дом. Участник, заявитель в конкурс, управляющая организация ЖЭО МУП «Водоканал». Дом попадает в номинацию свыше 25 лет. Вот в эксплуатацию дома 1984 год. Это пятиэтажный кирпичный дом. Поэтому по этому дому выявлен ряд замечаний, которые мы устраним при подготовке к запуску системы, то, что касается отопления к зимнему сезону. Промывка еще системы не проводилась. Эти работы, согласно графику, запланированы и будут выполнены. Значит, в тот момент, когда будем осуществлять вот эти мероприятия все. Проведена ревизия системы отопления, водоснабжения, заменены теплоизоляция, произведена уборка подвала, по подъездам произведены ремонты трех подъездов. В этом году произведен на этом дворе ямочный ремонт. Мы согласны делать и дальнейшее благоустройство данной территории. Ну, требуется их согласие на установление каких-то, значит, или обустройство парковочных здесь площадок, или ограждение территории. Вот есть у нас красивые проспекты, красивые клумбы. Почему у нас дома не могут быть таким же, в таком же содержании? Очень хочется добиться, это, наверное, мечта многих наших собственников, жить в комфортном, уютном доме.